Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Ну что, сегодня 4 марта, и некоторые мои томатики уже готовы, чтобы я их могла пропикировать. Вот, смотрите, уже начинает появляться, видите, первый настоящий листочек. Еще не все, конечно, у меня томатики взошли. Некоторые только вот начинают сходить. Сеяла я их 23-24 февраля. Вот. Некоторые я уже сегодня распикировала. Вот они. Вот. Так вот они выглядят у меня распикированные томатики. Некоторые вот подзадержались у меня, только начал проклевываться вот сегодня один томатик. Вот так вот. Завтра буду пикировать следующую партию томатиков. Как раз еще немножечко листочки подрастут. Вот. Так что уже некоторые томатики еще будут спикированы. Стол потихонечку начинает заполняться. Огурцы я перенесла. Уже, кстати, не знаю, получится, не получится. Один огурчик начал у меня, начали вот расти огурчики. Вон, видите, уже сантиметров 5. А второй не видно огурчик у нас. А на этом почему-то пока не хотят. Это два разных сорта. Какие, не знаю, на бум-лазере посеяла. Сначала для проверки грунта, а потом стало жалко их выкидывать. Вот где же были хорошие саженцы. Я им не даю развиваться усиком. Вернее, не усиком этим, как его, пасынком. Вот один оставила. Остальные пасынки и решила, что я буду отрывать. Вот так вот мои выглядят растюшки. Сегодня 4 марта. Вроде как стоят бодренькие. Супруг сегодня испугался, жарило солнце у нас в окошко. Он их немножечко полил. Слава богу, вроде полил чуть-чуть. Хотя некоторые, гляжу, мокровато получились. Ну ладно, будем надеяться, что все будет нормально. Сказал, что полил вроде как буквально миллилитров по 5. Перчик, который я пикировала 8 дней назад, он у меня уже под кормом монокалиевфосфатом. Я его подсыпала уже, посмотрите, уже развивается как корневая у него. Уже некоторые даже дают по 5-му листику. Сейчас аккуратненько поставить, чтобы не порвать листочки. Вот есть у меня уже дают по 5-му листочку. Вот. Так что перчик у нас растет. Этот перчик я пикировала буквально вчера. Вот, тоже уже по 2 листочка. Естественно, еще корневую там не видно, потому что только-только пропикировала. Вот так вот выглядит мой перчик.